Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на вторую половину августа 2020 года. И мы поговорим о знаках зодиака, которых ожидает крупное везение и удача во второй половине августа. Вы знаете, для некоторых зодиакальных представителей лето 2020 года закончится на очень позитивной ноте. И мы хотим поговорить о том, каким же знаком зодиака невероятно повезет во второй половине августа. И вы знаете, на первом месте будут близнецы. Начало августа могло показаться представителям данного знака зодиака очень хлопотным и напряженным временем. Ведь им пришлось решать много проблем и справляться с массой неприятностей. Но в дальнейшем ситуация стабилизируется и станет весьма благоприятной. В августе близнецы превратятся в любимчиков судьбы. Они могут полностью рассчитывать на бонусы и новые возможности. Представителей данного знака зодиака судьба наделит запасом энергии, которой хватит, чтобы добиться реализации гениальной идеи. Они легко взберутся по карьерной лестнице. Близнецам не стоит обращать внимание на критику окружающих людей. Вокруг них обязательно найдутся единомышленники, которые во всем поддержат их. Следующий знак, друзья, зодиака – это Дева. И конец лета – время для представителей данного знака зодиака, когда им будут вести буквально на каждом шагу. Девы в этот период поймут, что способны на многое. И из их жизни исчезнут сомнения и страх, которые постоянно сдерживали их мощный потенциал. Представителям данного знака зодиака нужно прислушиваться к своей интуиции. Это позволит им сделать правильный выбор и принять судьбоносное решение по поводу перспективного проекта. За две недели Девы существенно улучшат свое материальное положение и получат новую перспективную должность. У них появятся надежные союзники, которые окажут им помощь и поддержку. Следующий знак зодиака, друзья, это Скорпионы. Представители данного знака зодиака в августе будут невероятно счастливы, так как вторая половина месяца станет для них успешной и приятной. Но без трудностей Скорпионам не обойтись. Конечно, преграды не остановят их. Скорпионы очень люди сами по себе решительные и смелые, благодаря чему всегда остаются в гуще событий и получают желаемое. Их ожидают уникальные предложения, касающиеся карьеры. Скорпионы возглавят интересный проект, который принесет им успех и материальную стабильность. Следующий знак зодиака, которого ожидает крупное везение и удача, друзья, это знак зодиака Водолей. И представителям данного знака зодиака нужно собраться силами в конце августа, потому что для них начинается один из самых удачных периодов года. Каждое действие водолеев серьезно отразится на их ближайшем будущем, поэтому им нужно быть бдительными и осторожными. Представители этого знака зодиака должны действовать по определенной стратегии и избегать риска и негативных поступков. Им стоит включить логику и разум, ведь удача в конце августа будет на их стороне. А чтобы добиться результата, водолеям нужно оставаться со своими деловыми партнерами вежливыми и уступчивыми. И тогда в их жизни будет все прекрасно. Друзья, вот такие вот знаки зодиака ожидают крупное везение и удача во второй половине августа 2020 года. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео на канале, но мы с вами прощаемся, друзья, и уже услышимся в следующем видео. Пока-пока!